Тогда без мата, еще раз здравствуйте, очередная КВ-битва с кланом Звездная Стража. Как вы видите сейчас по моему экрану, что баланс в званиях, он полный дисбаланс, то есть отсутствие полного баланса, там скорпионы, птицы, все такое у нас максимум. Жасками, ополосками, это я. Но все же мы пацаны с железобетонными яйцами, извиняюсь за выражение, и мы это сделаем. А теперь пройдемся по тем, кто вместе с нами. Это я, здравствуйте, Тугодум. Ребята, представляемся. Я Сникерс. Куриш. Тим. Тим. Тим, это 666. И... ну, посмотрим, чем закончится. Заранее извиняемся за нецензурную лексику, потому что ее будет очень много. Я уже насрал, отвечаю. Давайте весело, без мата. И давайте весело, короче. Сольем так весело, чтобы настроение не так. Сейчас от Кузи столько фраз нецензурных услышим. Ой, боцман меня слил. Боцман слил всех. Снайпер! Пошел в жопу, снайпер. Ай-яй-яй-яй-яй. АК-47. Греб его нарыло. Ура! Боцмана я слил. Отомстил. Призрак. Да. Ну да, он так беспалевно узди трупа лежит, это просто пипец. О, красава. Опс, не красава. Кстати, заранее, кто будет смотреть это видео, знаете, мне 10 лет. Да, вчера исполнилось. Да. По голосу не судите, я и это... Да-да, мне 11, Денису вообще 12. А Тима у нас вообще в яслях. Так что мы это, братья школоложники. Давайте посидим. Коды запуска. Ай, блин. Что такое? Кто пытался заматериться? На первом этаже там бегает. Чи медик. О, я одного убил. Ким Макар. Я одного из них слил. Ребята, поздравьте меня. Я вам троих слил. И самый бессмертный Серега сзади. Коды запуска потеряны. Коды запуска возвращены на базу. Сзади. Блоха большой засаде. Давайте постараемся серьезных затащить, а не... Раунд просто на... постараемся. Поверь, мы все пытаемся. Мы с ними играли уже. Давным-давно. Упс. Да. Интересно вообще. Да я... Куришь, к тебе. Да поздно. Ну ладно, к тебе вот. Туннель где-то. Лё. Сзади забор забежит. Лёхи нету, ё-моё. Скорпион готов. Не, живой. Скорпион у нас тащит. А кто меня резнул? Точно не я. Лёха резнул, я бы их снес. Лёха сейчас нас затянет. Ой. Не успел. Одного человека надо затянуть, ну, ребят. Ну. Красава. Ой-ой-ой. Юрчеву я не видел. У них зашел парень. Неплохой. Начинаются опять дроньки у Лехи. Граната. А, Юрчела, зараза. К
Зачем вы кидаете свои собственные гранаты, мины взрываете, ребята? Люблю я вас за это, бля. Нахрена я стратегически думаю, чтобы поставить куда хорошее место гранату? Эй, это мина. Сникерс, я заснял твое сейчас на бабство. Спасибо. Я тебе очень благодарен. Удали нафиг видео, пожалуйста. Я не хочу, чтобы все знали, какое дно. Мы проиграли. Наша команда со статой 0.93. Нормально, нормально. А ладно, ты хотя бы одного убил, а еще ни одного не могу убить. Я вообще нечаянно в голову просадил кому-то. Еще 20 очей откуда-то взял. Отлично. А, блин, да боцман уже тут и убил меня. Я и не только тебя. В полете меня убил. Сзади, Тимон, сзади тебя. Давай, давай, ну ладно. Не давай больше. Это плохо. Мы проиграли, да нет, призрак не сгоняет. Вернись. Добудьте коды запуска, да, и если мы так на защите играем, то сейчас мы их точно порвем. Да. Все, последняя сливается. Так что, ты будешь это в сеть выкладывать, че нет? Конечно. О, да, спасибо, бля. Он мой. О, бля. Меня выкинуло. Ну не из игры. Вот ты, блин, меня не убили или убили? А то я одного слил и сам слился. О! Блядь. Граната. Ого-го-го-го. Извиняйте за мат, люди, которые смотрят это, но это просто пиздец. Нормально, нормально, нас осталось двое. У нас остался один. Офигеть. Один на один. О, зарезали. Чичевела сейчас нам покажет, как надо играть. Тима вообще с какой-то ерундой бегает. Не пуха, а так. Попошел. Детскую игрушку ребенка отобрал, знаю. Вон он, вон он. Рамон. Спалился. Не прячься. Сам. Шмаляет, как убитый. Так, низ чист. Нет, так можешь не шухериться, он один остался. Какая симпатичная попка. На той стороне он на крыше, зараза. Тим, ничего лично, но Авроры и попа вообще заебись. Блин, я так и знал. Я так и знал, что это кончится. Нормально. Добудьте коды запуска. Это всегда обычно там. На нашу базу. Раунд начался. Блин, ты посмотри. Почему боцмана гранатами не убивают? Ничьи гранаты меня не убивают, а боцмана меня именно убивают. Дай срань господня, не мышка, а надо ее выкинуть. А я помню, когда-то я с вепрям тащил. Воздай, короче. Ой, зачем он это сделал? Мы проиграли. Наша команда уничтожена. А, один. Ладно, я хотя бы двоих убил. Шесть. Мы пытались, но ничего не получилось. Да. Ну, как ты там говорил в видео, обзор на клан, у всех бывают взлеты, бывают падения. Да. Мы сегодня в полной жопе. Ну да, ну да. Нам заходят только отличные ребята.